Нур-Султане зараженных коронавирусом начнут лечить в новой модульной инфекционной больнице со следующей недели. Ранее медицинское учреждение, которое построили в рекордные сроки, посетил президент страны. Как сообщила руководитель клиники Анна Цепки, объект отвечает всем современным стандартам. Имеется вытяжная вентиляция, обеспечивающая приток чистого и свежего воздуха, четкое зонирование для пациентов и отдельно для врачей, а также маломестные палаты. К тому же инфекционная больница находится за пределами города, что немаловажно в условиях пандемии. У нас еще 5 отделений инфекционных, в которых будут принимать пациентов. Я хочу сказать, что здесь также разделены возможности госпитализации пациентов в разные отделения. То есть у нас такие боксы инфекционные, то есть вход в каждое отделение может быть изолирован. Отдельно могу сказать, вот все сейчас знают, что очень важно при коронавирусной инфекции, чтобы была возможность респираторной поддержки, искусственной вентиляции легких. Вот здесь такая возможность создана, есть доступ к кислороду для пациентов. В общей сложности здесь будут трудиться порядка 360 медицинских сотрудников. Перед началом работы весь персонал будет проходить через специальный шлюз, предназначенный для поэтапного переодевания в защитные костюмы. Но в них врачи не могут переходить в так называемую чистую зону. Придется следовать четкому алгоритму переодевания и снятию спецформы. А что касается палат, то они оснащены системами очистки воздуха, которые обеспечивают полную стерильность. Это позволит избежать заражения медиков пациентами. Больница полностью заточена на лечение коронавирусной инфекции. То есть присутствуют, во-первых, все необходимые методы диагностики, в том числе компьютерная томография, которая сегодня уже широко рекомендуется, доказана для диагностики коронавирусной инфекции и пневмонии. И второе – это уникальная вирусологическая лаборатория, которая позволяет тут же на месте обследовать больных на наличие вируса и других жизненно важных показателей. Такая же модульная инфекционная больница сегодня открылась в Алматы. В ближайшее время планируется, что подобное медучреждение появится и в Шымкенте. Несмотря на то, что объект был построен за 2 недели, по расчетам строителей, здание прослужит не менее полувека. Данный инфекционный центр был построен из железобетонных модульных блоков завода «Модекс», что позволило нам в кратчайшие сроки 12,5 дней построить данный инфекционный центр. На проекте круглосуточно работали до 1000 человек. Да, большой труд и строителей, и проектировщиков, и медики. Скажем, такая совместная работа. Общая площадь инфекционной больницы 7000 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 200 коек. На строительство важного объекта из республиканского бюджета было выделено 5,5 миллиардов тенге. Мира Альжанова, Данияр Омар, телеканал Алматы, Нур-Султан.